Синхронное поедание саранчи. Это подарили коробочку. Тут 20 саранчей. Вкусные! Это еще лучик не видел. Саранча – лучший друг сплюшки. Да, Трунь? Пойдем лучку покажем. А что это вы тут делаете? Ух ты, муравьи. Это Гатилов то, что снимал? Угу. Спойлеры. О, лучик же никогда не видел ноутбука. Но он же попробовал его. Да? И что, ему понравилось? Что-то нажимал уже, придурок. А ты муравьев ему показывал? Нет. Покажи ему муравьев. А, он увидел саранчу. Ну, где ты? Нет, он все, он увидел, что у меня есть саранча. Ну, пошел по заднице. А, и мурлок увидел. Хочешь саранчу? Вкусная. Забирай эту хреновину себе. Он делится. Она тебе пак показывает. Там еще одна лучик. Уйдите вдвоем, блин, играйте в другом месте. Он делится. Убей ты ее уже, в конце концов. Вкусные. Попробуй. Там Ленку показывают. Ай. Все, что с ногами вместе. Два дебила, это все, блин. Вам повезло, что Артём не любит саранчу, иначе бы вам не досталось. Жри давай эту хреновину. Зачем ноги? Ну, получи. Значит, ты доедай за ними. Тебе оставил. Лучик. Как он называется? Нет, дай лучику, Мурлок. Иди лови, пока его держу. Это для лучика, кот. Вот. Несправедливая. Луч. А, у этого он решил ножки отъесть. Да сейчас я заберу. И хвост свой тоже забери. Красивая. Вот, раньше лучше друг, а теперь забери свой хвост. И ноги. Ну что, маленько поспорились. Чего? С кого красивого? Аметисты, всякие кварцы, клево. Это Гатилов или ты будешь показывать? Ну, это Гатилов оставил. Который он никогда не покажет. Белое море.
Такой звук классный. Смотрел на вчерашние находки. Как рыба на камень набрал, да? Ну да. Это лучику. Лови его, лучик. Посуду в лужице, вода из него утекала. Росточек такой. Кусочек жилы аметистовый. Ага. Я думаю, что это надо уйти на ту скалу и с той стороны. Темный. Если это прям большой красивый кристалл, цельный, чистый, без трещин, без украплений, без ничего, то он будет очень красивый. Вот. И, собственно, задача всех вот этих искателей — найти цельный кристалл. Не вот как вот этот вот выщербленный весь, видишь, такой побитый жизнью. Ну, я не знаю, как это ищет. Ленка! Что принесли? Не знаю, камень. На, держи. Тяжелый. Камни принесли. Тебе поперек там не встанет, это все. Дай тебе почешу. Ай. Ай, ты больно кусаешься своим острым клювом. Вообще стал как гнусь. Хватит. Пойду с плюшком давать. Чего, что ли, не хочешь больше? Ешь. Нет? Вы такие не голодные. По одной штучке всего. Давай, Штырик. Все, что ли? Как так-то? Ну, ладно. На ночь не идите, да? Или мы ждете? Эх вы,